Всем доброго и бодрого утра. Я вся прям такая помятая. Время сейчас 10:30 утра. Это уже второе мое доброе утро. Почему? Потому что я проснулась первый раз в 3 часа ночи. Потому что вот этот мальчик не хотел спать. Я его кормила, чуть-чуть с ним поразвлекалась. Его, точнее, поразвлекала. Потом он уснул, а я не захотела спать. Так бывает. Я уже приготовила плов, сварила лапшу, повесила стирку, заправила постели. И муж как раз уехал с мамой в Симферополь, он за ней заезжал. Я легла с Тёмочкой спать. Он за дверь, а я в постель. Мы поспали с ним до 10:30. Это сколько я легла? Без 10:08. Вот. И теперь вот сейчас проснулись. Надо заправлять постели. Уборка продолжается. Всем хорошего настроения. Привез меня муж в салон красоты. Буду делать коррекцию бровей. Я у этой девочки всегда делаю. Мне очень нравится. Хорошо у меня получается. На улице прям очень-очень холодно. Морозно. Зима. А что делать? Уже 19 декабря. Представляете, так быстро летит время. Вроде только вот 1 декабря, первый день зимы. А уже 19. И нос чешется. Даша, пошли за шампусиком. Так, мне вот сюда. Вечно забываю, где вход. На улице колотун сарай. Сделала брови сразу, взгляд такой яркий, классный. Где у нас коррекция, я крашу, у этой девочки в салоне я делаю, 800 рублей стоит. Вообще-то сколько стоит у вас? Сейчас проходила мимо садика, куда ходил Кирилл. Такая ностальгия. Скоро будет ходить Тёмочка. В 24-м году у нас запись, с 1 сентября как раз он уже пойдет. Я прям уже окоченела, хотя я оделась тепло. Цирк уехал, клоун остался. Догоняй, догоняй, Тёмочка. Тёма, личный клоун. Развлекаем Тёму как только можем. Дай ему тоже посмотреть. Дай ему тоже дотронуться, Карен. Ему интересно, да. А Камилка спать будет, если она хочет, при любых обстоятельствах. Калинка добрался. Сегодня мама Федя к нам с Дашей приходили в гости. А этот хочет Федю за волосы дергать. Дюкаю. Ты представляешь, Федя его обнимает, а этот за волосы его. Камя, ты ночью что будешь делать? Вставай, давай. Камя. Тебе придется. К тебе придет. Нет, я не пущу. Ага. Ками. Камила. А, вот смотри. Карен, разбуди. Камика. А, открой глазки. Все, давай уже вставай. Дима хороший. А Дима хороший. Ползи к Карене. Вот как хотел, да, Кирилл? Ага. Плывет, плывет. Он уже. Оп. А ну-ка, подожди, подожди. Подожди, пусть он доползет, Карина. Пусть ползет, не трогай, не трогай. Карина! Я беру тебя. Давай, Тёмыч, быстрее, быстрее! Ускоряйся! Большой семье надо все быстро. Мне есть старая купить. Погуляй, ты к нам завтра с утра придешь? Зачем? Меня просто спрашивают, тебе завтра что надо с утра? Мамочка, давай украшать уже. Да. Ты в аптеку пойдешь? Да. Ты в аптеку завтра пойдешь? Аптека
рядом. Пожа, ты в какой будешь покупать? Около себя. Может, взять тебе в аптеке апрель, я у Даши возьму карточку скидочную? Это же мишура! Дешевле ж там будет, да, наверное? Это ж тебе нравится. А там продается то, что тебе надо? Наверное. Это смотри. А химию где брать? Ну, это они сами выдадут. Я же номер телефона записала. Не, ну, а если тебе же надо, вот, получается, ты закончила, тебе же надо уже завтра новую, ну, пить курс? Ну, пока нет, вот, что делать. Не, ну, а если ее купить? Нет, кажется, их не продают, их строго по рецепту. Ну, а если строго по рецепту купить нельзя нигде? Не знаю. Надо узнать, может быть, можно купить, чтобы ты не прерывалась? Они сказали, да, насколько... Ну, может, до Нового года завезут, сказали. Давайте другой. У нас время вечернего чаепития. Мы так все полюбили чай с брусникой. Прям завариваю, часто пьем. Очень-очень вкусненько. У нас сегодня... конфетки, такие вот карамельные. Москвичка заказывала их на Валберес. Моя самая любимая карамель, это вот москвичка, прям вкус с детства. Ну и, конечно же, новогодняя посуда, которая поднимает настроение. Мне так нравятся наши вот эти вот чашечки. Очень классные, красивенькие. Прям поднимается сразу настроение хорошее. Тёма, а это что такое под ёлкой? Оно трясётся? Тут не трясётся? Тут лего, да, я заказывала. Ты заказывал? Да, это... Кому ты заказывал? Это мне, я заказывала. Это моя. Да. Идея это твоя ли... была с лего? Я не знаю, что там. Италируйся отсюда. Вот смотри. Ну, я не знаю, что там. Мы еще сюда не звали. А ты что, Ками, не ждешь свой подарочек? Я не знаю. А будем это же. Открывай вот эту большую коробку, это для Тёмы. Для Тёмы? Да. Ну, нет, это Камилочка свои полотенчики, да, уже забрала. Убежала. Это от Сёмчика? Пусть сам открывает. Это открывай. Пусть сам открывает. Не, это ж его понятно. Подарок. Открывай, Тёмочка. Давай. Что это, Тёмочка? А где твое полотенце, Камилочка? Ты куда его выбросила? Дайте Камилочке тоже, покажите ей потом коробочку. Красотка, сын, целый день спала. Ну, а ты что будешь делать? Мы ее будили. Она не захотела вставать. Наша красавица елочка. Смотри, Лёх за своей игрушкой как тянется. Доставай, Тёмой. Кирюша, поменьше коробочка, это твоя. Это? Поменьше, Кирюшкина. Какая это моя? Это моя? Да, это твоя побольше. Это что? Камень. Что это? Я пока раскладывала туда игрушки. Камень увидела полотенце. Забрала и куда-то с ним убежала. Что у тебя там, Карина? Это термос. Да вам что? Святой Николай термокружки принес? Термокружки? Это... Тебя не надо бить, ты красотка. Это термокружка? Что, заскалили? Заскалили? Почему? Это что, не полезный разве подарок? Очень полезный. Вот смотри, ты будешь с папой на соревнования ездить. Мы будем весну... Дай папа, он просит, покажи ему. Мне кажется, отличный подарок, Кирюха. Тебе так не кажется? Я хотела игрушки. Зачем сейчас только игрушек? Какая ты красивая, Ками. Так, ты посмотри, какой полезный тебе Николай принес подарок. Термокружку. Смотри, Кирюш, ты будешь с папой на соревнования ездить? Или это, ездить в Ялту мы будем, в Севастополь. Ты будешь сюда брать с собой какао.
Карен, тебе нравится твой подарок от Святого Николая? Спасибо, что приобрели наш термос. Ты хотела именно серебряную термокружку? Да. Ну, отлично. Ты хотела Лего, да? Ну, не всегда же только Лего. Надо же и полезные подарки, Кирюша. Зато смотри, какой красивый, с желтого цвета. Ну, что я еще ждал? Это же не Новый год. Ну, конечно. А вон Тёмыча тоже, видишь, развивашка. Карина, дай вот этот кубик. Нет, дай сюда его, что надо вот эту штуку зацепить куда-то, наверное, наверх. Да. Подожди, нет, она где-то зацеплена, по-моему, должна быть. Как-то так. Подожди, сейчас папа прицепит ему. Кстати, вот этот вот кубик, он очень хорошо и для камня, для развития. Вот эти мелкой моторики здесь надо вытаскивать. Да. Так вот. Так что это для Тёмы и для Ками. Ками, доставай. Видите, классно. Штука такая. Да. Кстати, смотрите, вот эти вот тоже для развития мелкой моторики. Очень удобный кубик. Класс. Ками, завтра будешь заниматься. Тут еще что-то выкатилось из коробки. Что там выкатилось, Кэрри? Давай быстрее лови. А то Тёмочка ползает, не дай бог. Кстати, классный куб. Вот так вот, смотрите, кидать. А что это за игрушки? Ну, его игрушки. А, это, наверное, вот эти, да, крепить? Вот сейчас папа сообразит. Вот так, да, еще и собирают. Ну, вообще классный куб. Дай камень подержать. А вот. Держи палку-металку. Держи палку-металку. Да, цепляй давай. Карина, Тёма, до твоей термокружки дополз. Да он не только до моей термокружки дополз, если так скажу. Что-то нет. Только такая была фигурка. Но она как-то сверху ставится. Арктика, ну-ка! Да пусть ползает за ней. Давай, ты рядом с ним ползи. Нет, я буду ползать. Обиженный. Как тебе раскрыть? О, ну вот это вот для моторики пальчиков. Нет. Ну круто. Вообще класс. Так вот его закидывать. Складывать, закидывать. Посмотрите, несколько можно действий делать с этим кубиком. Дай камень вот так кубик положи, это дай ей в ручки, пусть закинет сюда. Зелененькую дай ей в ручки, вот это закинет в кубик. Поднеси ей кубик. Давай. Держи камень. Давай, так. Два кубика. Вот, молодец. Ты видела? На тебе голова обуви. Кидай сюда. Убираю этого Тёму, что-то сейчас дернет. Карина! Где твоя термокружка? Да, мне укатить. Как мне нравится наша елка. Она очень красивая. Ами, держи. Держи. Вот Святой Николай сразу подарил и Каме, и Тёмочке полезную игрушку. Развивашку такую. Аж самой нравится. Мне тоже. Тебе тоже нравится? Да. Класс. Карен, ну ты вон будешь с собой на прогулке брать из дома какао. Чем ты по 150 рублей покупаешь какао? Даже не сделал себе. Ты будешь брать с собой. Полезный подарок? Угу. Давай. Убирайте.